Наконец-то мы закончили тест всех программ. Их было около сотен. Ну, сотня точно было на проверке. За все время, за 8 лет в ставках, именно когда начали эти программы идти, у нас их было сотни. И буквально осталось там годных 8, наверное. И что самое интересное, в 2020 году таких более-менее успешных таблиц нету и программ. Сегодня рассмотрим программу на волейбол, которую вы можете скачать бесплатно по ссылке в описании. Перейдете по ссылке в Telegram именно, и там скачайте этот файл RAR. Распакуйте, откройте. Там есть два видео обучения. И вот это приложение на волейбол. На то, что будет во втором сете. Давайте покажу принцип работы. Это в лайве. Нам нужно дождаться, когда будет второй сет, когда закончится. Давайте на прошедших играх я вам покажу. В лайве, значит, ждем, когда закончатся два сета. Первый сет 25-20, второй 25-18. Значит, вписываем эти два сета, два результата. 25-20 и 25-18. Так, сейчас. Так, вписали. И еще самое главное, смотрим, кто играет, женщины или мужчины. В данном случае женщины. Добавить базу жмем и нажимаем женщины. Алгоритмы по женщинам. И после того, как ввели два сета, нажимаем коэффициенты. Больше-меньше. Смотрим, сколько... какой тотал дают на сет. Дают 45 на сеты. То есть в первом сете 45 средний тотал. Во втором, в третьем средний тотал 45. Пишем сюда. Здесь показано запятыми. Но запятыми не работает. Выдает такую ошибку. Нужно здесь самому вписывать точку. И нажимаем «Погнали». Здесь видим 57% на тотал меньше. Если внизу показывает, это тотал меньше 45, вверху это тотал больше. В данном случае больше всего на тотал меньше, но понимаем то, что это маленький процент. Лучше там 75 где-то процентов, 70. Но здесь маленький процент прохода. И видим то, что ставка не зашла. Но я этот бы матч, естественно, не брал. Давайте посмотрим еще один матч. Тоже смотрим, как закончились два сета. 22-25 и 20-25. 25. Тоже смотрим средний тотал в сетах 44. Выбираем 44. Не забываем удалять запятую и писать точку. Так, 44.5. Так, нажимаем. Видим то, что 71%, то что тотал 44,5 пробьется. Коэффициент 1,95. 71%. В принципе, игра подходит, да? Обычно мы брали для теста 70, но для своего внутреннего, чтобы не беспокоились, мы брали 75, и в принципе неплохо заходило. Давайте посмотрим. Да, тотал пробили 44,5.
Вот такая вот программа. Много еще годных программ у нас есть, которые мы отобрали из 100. Из 100 просто столько много мусора. Всего лишь там отобрали в среднем 8. В наших товарах вы найдете те стратегии, которые более нам по душе, которые мы оставили для себя. Потом выпустим обзор на них в YouTube обязательно, но можете уже по ссылке в описании переходить на наши товары, посмотреть. У нас также вышли 6 стратегий, самых популярных вот из известных аналитиков. В общем, ссылка в комментариях также будет и на наши товары, и бесплатная ссылка на это приложение. Ставьте лайки, чтобы я выпускал больше таких видео, в принципе. Думаю, вам эта программа понравится. Ставьте, конечно, с умом, не идите ва-банк. Всем спасибо, пока. Am I killing it too soon?